Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева снова оказалась в центре судебного разбирательства. На этот раз девушка оказалась должна 15 миллионов рублей. В арбитражный суд Москвы на компанию поступил иск от юриста Александра Мокрова. Правозащитник заявил, что такая сумма связана с задолженностью. Издание 7.ru отметило, что на протяжении 3 лет Ивлеева смогла много добиться в различных сферах своей деятельности. Она не только стала телеведущей различных шоу и запустила собственные проекты, но и снялась в сериале в качестве актрисы. Однако и этого Анастасии оказалось недостаточно, поэтому девушка решила открыть собственный бизнес и основала несколько компаний, одно из них было питейное заведение в Москве. К сожалению, именно это дело привело к проблемам с законом. Напомним, что это не первое судебное разбирательство в сторону Анастасии. 2 года назад блогерша нарушила правила ПДД 142 раза, поэтому оказалась должна почти 165 тысяч рублей штрафа. Ранее на девушку подавал иск в суд фитнес-блогер Виталик из-за ее марафона по похудению.